Привет всем, вы на канале Просто Детки, и сегодня у нас продолжение обзора игры Нарисуй Стикмена, вторая часть. А у нас по плану третий уровень, первые два мы уже прошли в предыдущих обзорах, и сейчас у нас... Вот он, третий уровень, начинаем. Чернильная шахта. Ух ты. Вот наш герой сюда идет. Ой-ой-ой, завалило. Это он зашел в пещеру в эту. И все, берем, получается, это что, карандаш новый? А что он делает? Он пружинку какую-то рисует? А, провод. Класс, то есть получается мы должны как-то вот элемент питания, вот этот вот батарейку, да, соединить. С чем мы ее должны соединить? Да, видите, питание появилось. То есть была красная кнопка, теперь она зеленая. Все, у нас путь открылся. Только теперь интересно, мы этим проводом не убьемся? Нет. Так, а вот снизу механизм как-то поломан. Получается, нам нужно его соединить. Опять рисуем отсюда, вот сюда элемент. Да, запитали. Заработало. Это там лифт какой-то. Идем сюда. Вот так вот получилось. Куда это мы спустились? Вон кусочек пазла лежит. Давайте его... Ага. А как же тут разбить эту ограду эту? А, пропустите меня. Может, киркой как-то ее разбить? Или может нарисовать листики на этой ограде? А ну-ка. Не-а, не хотят. Ладно. Там вот бегает эта слизь. А интересно, может это дерево как-то закрасить? Нет, не хочет тоже оно расти. Нужно, получается, соединить провода с батарейкой. Вот свет. Свет, получается, испугалась света. Это есть. Теперь нужно дальше... Так, соединить. Это раз. А здесь вот еще одно какое-то питание есть. То есть уже другой вид тока, да? Отсюда мы сюда подводим. Нет. А почему? А, там же было оранжевое соединено. Я понял. Я, получается, наоборот, перепутал все. Вот так вот делаем. Все, видите, зеленое стало. Нам же нужно и теперь фонарик второй запитать. Мы его можем вот так вокруг запитать. Видите, все, тоже свет горит. Подходим сюда и открываем калитку. Отлично. Что здесь дальше? Большая вообще пещера. О, дерево. А оно... Может, оно будет расти как-то? Что здесь не хватает явно зелени? Да, смотрите. Оно как-то стало каким-то зеленым. Так, а здесь у нас... Нужно разбить, наверное, эту штуку. И вот дробилка поехала. И раздробила нам проход. Хорошо. Так, а что это за рычаг? Может, я рано ее пустил? Она не возвращается? А, видите, она в другую сторону может... Ой-ой-ой! Ой! Вы это видели? Страшно. А ну-ка. Нет, не получилось ее так прибить. Ой-ой-ой! Блин! Хорошо, что у меня 5 жизней. Так, а ну-ка, иди к свету. А-а-а, спасите. Вот, свет. А, она даже не об свет. Она об ток убилась. Ясно. Как здесь все запутано. Слушайте, тут тоже куча дробилок. Получается, вот она сначала едет сюда и дробит эту стену. Почему бы и нет? Пускай поедет. Опять это крокозябра. Так, иди сюда. Ну, все, погибло. Так, нам получается сначала нужно запитать. Запитать вот этот кнопку, вот это питание, да? Так, и теперь чуть в сторонку отойти и желтый провод запитать. Все, теперь можем посылать этот бур.
Или не можем? Почему он не построил? Ага, все. Смотрим, что он там откроет нам. Кстати, можно... Ой. Разукрасить верхнее деревцо. Вот так вот. Все, там тоже зелененькое. Так, теперь нам нужно питание для вот того дерева. Для него нужно питание. Какого цвета? Может, вот такого? Нет. А там каким цветом запитываются эти деревья? Оранжевый. Там желтый, то есть разницы никакой, да? Я так понимаю. Хм. В чем же здесь подвох? Так, может, здесь вот еще одно питание нужно, получается, соединить. Это вот так вот, по-любому. Так, соединили. Нет, не соединили. А почему не соединили? Вопрос интересный. Может, нужно двумя вот так вот линиями? Нет, не хотят. Странно. Ничего не пойму. Потому что, может, здесь питания нет. Смотрите, получается... Ай-яй-яй-яй. Так, нужно этот камень разбить. А, вот оно что. Скорее всего, от зелененького можно провести вот сюда к дереву. Тоже нет. Да что ж такое? Все-таки непонятно как-то. Ой. Вот. Так вот. Не хочет. Столько всяких этих вот... Талок, что непонятно, как они действуют. Зато вот здесь дерево раскрасил. Сейчас меня тут схавают. Ладно. Как же мне их питать? Здесь все работает. Ага, вот здесь тоже ж не запитано ничего. Может, мне нужно от одной батарейки запитать два вот этих устройства. Интересно, можно или нет? Как-то вот так вот. Оказывается, можно. Я думал, от одной два нельзя. Так, с этим разобрались. Почему здесь не запитывается? Видите, не хочет. Ладно, попробую сначала здесь. Получается, вот... Одно питание. Вот сюда. Тоже нет. Может, как-то нужно так побольше его нарисовать. А, отсюда сюда. А, отсюда сюда получается. А потом туда. Вот, отлично. Не знаю, что я сделал. И так, точнее так. Вот здесь тоже от батарейки, от этой, запитываем фонарь. Тоже работает. А теперь смотрите, получается, мы от этой батарейки можем запитать вот это вот зеленую штуку. Это раз. Теперь от этой мы запитываем вот этот штуку. Это два. И теперь вот так вот нам нужно вокруг запитать, иначе они там пересекутся и замкнут. Нет, вообще все выбило. Ай-яй-яй. Почему ж так интересно? Ну, должно работать. Работает. Дальше, следующее. Должно работать. Работает. А получается, если я теперь сюда вот запитаю... Ай, подождите, не так. Если я Да что ж такое? Если я сюда запитаю, то не захочет работать, да? А ну-ка. Нет. Тоже работает. Там где-то, может, я замкнул, так вроде бы не замыкал. Вот, теперь все заработало, отлично. Еще и жизнь мне здесь дали, класс. Так, а теперь, получается, мне, наверное... Ой, не получится, смотрите. Не получится. Теперь переделывать придется. Мне отсюда нужно вот сюда запитать. Вот так вот. Видите, теперь вся цепь нарушится. Но я это знал, поэтому я
Вот так вот сейчас сделаю. Блин, а почему ж не получается? Может, нужно успеть, пока там нету этой слизи? Да, точно. Ой, а ты кто такой? Мы с тебя можем взять, да? Это цвет, который цвет нам дает новый. Есть. Так, а теперь нужно думать, как мне... Как мне это все соединить? Чтобы работало. То есть вот так вот провести. Работает. А теперь нужно вот так вот аккуратно как-то вокруг, чтобы оно не зацепило ничего. А иначе все вокруг вообще нарушится. И сюда. Не сильно ли много я нацепил? Нет, смотрите, все работает. Наконец-то я с этой стороны все подключил. Теперь, по идее, я могу отсюда вот подключить вот сюда. Тоже работает. И отсюда вот сюда. Тоже работает, класс. И теперь могу, получается, смотрите, отправить бур сюда, вот. Получается, мне нужно переключить, смотрите, стрелку вот сюда. А здесь мне нужно переключить стрелку сюда. Вот, все, я разобрался. Наконец-то я понял. Включаю, смотрите. Вот он едет обратно. Теперь я его посылаю туда. Как же мне взять этот кусочек, я не знаю. Наверное, просто у меня пока нету этой способности там или пилить, там, или что-то делать. Вот, вот он едет теперь сюда. Вот, теперь я его посылаю вниз. Все, смотрите, наконец-то. И он сейчас еще одну стену пробурит. Супер, супер, супер. Так, а здесь есть какие-то? А, вот еще одна краска, один цвет. Их нужно было всего два на уровне найти, я их теперь нашел. А здесь у нас уже, видите, ничего нет, то есть обратно нам его посылать не нужно. Все, что нужно, он уже нам сделал. Так, теперь дальше с этим всем разбираться нужно как-то. Получается, что куда мы можем? А, вот эту стену нам нужно пробить. А для этого там нужно снизу все подключить. Только как мне теперь с ним быть, с этой летучей мышью, а? Давай, лети сюда. Ну, о, ха-ха-ха, попалась, которая кусалась. Есть такое. Так, ну здесь нужно искать элемент питания. Вот синенький, получается, у нас есть. Соединяем. И зеленый сюда. Должно работать, да. Теперь, если летучая мышь ко мне сунется... А, все, нету летучей мыши. С этим разобрался. Так, ай-яй. А ну-ка, получай. Думаешь, я тебя боюсь? Когда я разобрался, как с тобой бороться, я тебя уже не боюсь. Так, и вот еще получается одно питание, да? Вот так вот мы его запитываем. И от батарейки вот сюда тоже ведем. Все работает. А как мне вот этот вот устройство запитать? А, нужно вот было там его запитывать. Я понял. Просто интересно, что это такое. Давайте попробуем. Может, нужно было не спешить? А ну-ка. Вот от желтенького. Сюда. И от этого коричневого сюда. Все работает. Наверное, еще один лифт. Точно. Нам еще ниже спускаться нужно. А, ну подождите, я хотел туда еще там что-то сделать. Давайте нажмем кнопку. Вот он поехал. Так, мне здесь нужно запитать, получается, опять же, вот так вот вести. Вот этой вот синей вот сюда. От зеленой вот сюда. Нет, а почему не так? Может, как-то так? Да, и от зеленой.
А ну-ка. Соединяю. Все, теперь работает. Почему с первого раза не работало? То есть я переключаю рычаг, чтобы тачка эта ехала вверх. Ясно. То есть сначала мне нужно было все-таки, чтобы она снизу ехала вверх. Как все сложно на самом деле в этом уровне. А, еще раз отправляем эту наш бур вверх. Теперь он уже должен... В принципе, зачем мне кирка? Поехать и разрушить эту стену. За ней должно быть что-нибудь интересное. По заданию. Вот так вот он будет это все дело. Третья миссия уже оказалась более такой сложной. Да, и все, видите, обратно он уже поехать не может, потому что мы все выполнили. А получается, вот этот вот второй кусочек пазла я взять никак не могу. По той простой причине, что у меня нет пока инструмента нужного. Скорее всего, я его получу в следующих уровнях, а потом придется возвращаться сюда и уже брать этот кусочек. Ну, как было в первом уровне тоже, помните, я сначала там вообще ничего не мог взять. Потом прошел второй, получил кирку и уже с помощью ее смог взять там, не помню что. Ну, что-то смог. Так, вот я спускаюсь вниз. А это босс. А, это наш друг. Стоп, это наш друг. Ничего себе. Летучая мышь. Как же с ней бороться? Сюда я пройти не могу. Ага. Там нажать я тоже ничего не могу. Мне нужно сначала здесь раскрасить, наверное, деревце, да? Отлично. Теперь у меня есть источник питания. Беру вот так вот его... Ой, куда я его повел? И включаю, да? Давай, лети ко мне, не бойся. Видели, как я его... Ага. Так, теперь дальше. А, мне нужно... Что же мне нужно? Подождите. А, вон там закрыта была эта батарейка. Золотой слизи, я просто ее не увидел. Вот так вот там нужно раз. И два, да? Все заработало. То есть теперь... А, это переключатель. А, подождите, почему? Ой! Видели? Нельзя, получается, провода, что ли? Этот... Чтоб пересекались. Так. Нет, блин. Ну-ка, успею, нет? Да, нижний не успел сделать. Вот так вот. Ну-ка. Так, есть, как же мне там... Может, киркой можно разбить? Нет, я не могу киркой разбить. А как же мне здесь что-то сделать? Как мне эту кнопку нажать? Я не знаю. Вот, сломал. А, он упадет на кнопку. Класс. Все, я понял. Я понял, отлично. Так, вот он едет сюда. И должен тот чан пролить, да? Смотрите, поворачивает сюда. А теперь я включаю эту кнопку. Он разворачивается и едет к тому чану. Лучше я зайду подальше. Ничего себе. Вся эта конструкция падает. И что? Наш друг испугался, так что поломал свой пульт управления. И говорит, что сейчас все потонет. Ого, какое. Да. Все расползается, мне получится нужно быстро-быстро отсюда потекать. А, да, для этого нужно вот так вот сделать. Нет, слишком я далеко нарисовал. И вот так вот, да? Все заработало. Взял сердечко еще одно. Отлично. И по идее, раз эта штука работает, я смогу поехать вверх, да? Точно. И это вот, видите, это финиш. Это конец первой части. Все здесь сделал, кроме того, что нужно было взять один кусочек пазла. Но пока я не мог. Видите, вот не хватает одного кусочка.
А, но тем не менее, один взяли и вклеиваем его в нашу книгу. Вот так вот. А впереди нас ждет 4 глава. Но это уже будет 4 серия нашего обзора. А на сегодня будем завершать 3. Если вам понравилось наше прохождение, то поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии, не забывайте делиться с другими детками, а также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Пока-пока, до новых встреч!